Здравствуйте, я кардиолог из Самары, Яшкина Лилия Борисовна. В октябре я проходила цикл усовершенствования по диагностике и лечению нарушений сна на базе Центральной государственной медицинской академии управления делами президента Российской Федерации. И вот спешу поделиться радостной новостью. Наконец я получила свое удостоверение. Год назад созрела идея стать сомнологом, наблюдала, как работает моя коллега, позавидовала немного, и сама стала сталкиваться с проблемой синдрома обструктивного апноэ сна в своей профессиональной деятельности. Для начала планировала цикл пройти в мае, очно приехать, но из-за пандемии он проводился заочно, дистанционно, и на тот момент мне это показалось немножко не совсем правильным. Но время идет, пандемия продолжается, время терять совершенно не хотелось, поэтому в октябре я уже приняла решение, что пройду его дистанционно. Собственно говоря, я очень этому рада, что не стала это откладывать в долгий ящик. Цикл проводит Бузунов Роман Вячеславович и Легейда Ирина Витальевна. Очень насыщенный цикл. Так как занималась без отрыва от рабочей деятельности, то, конечно, вся была в это погружена, времени уходило очень много, но это очень интересно. И Роман Вячеславович, и Ирина Витальевна очень приятные в плане общения люди и профессионалы своего дела, с которыми всегда приятно общаться, которые всегда отвечают на вопросы, которые иногда, наверное, даже глупые для них, и которые повторяются из раза в раз. Но цикл очень замечательный. Поэтому, если у кого-то есть эта идея, кто-то еще думает, сомневается, я рекомендую настоятельно. В любом случае, это такой хороший вклад в свою как бы копилку профессий, своих профессиональных интересов. Я очень довольна. Спасибо вам большое. Спасибо и моему руководству, которое поддержало эту идею. Впереди очень много работы, потому что все это нужно развивать, как-то внедрять. Но я в таком хорошем предвкушении. Еще раз спасибо большое и рекомендую всем, кто думает об этом.